Ожидал ли ты такое прийти от соперника в самом начале встречи? Честно говоря, не ожидал, просто все команды по-разному играют, так что обычно соперник просто показал так себя и все. Ничего особенного. Вы уже вышли в плей-офф. Для вас эта игра практически вообще ничего не решала. Именно поэтому вас сегодня мало приехало. Скорее всего, просто у нас очень много ребят травмировано из-за этого, и кто-то не может. На следующие игры, в плей-офф, обязательно будем все собираться, серьезно настраиваться на игры. Так уже последняя игра была, так что вот сегодня столько мало народу приехало. Какой из периодов у вас получился лучше всего? Лучше всего я не могу отметить. Наверное, в летнем сезоне, когда мы третье место выиграли. А здесь пока ничего особенного. Но я думаю, в плей-оффе должны показать себя с другой стороны. В самом конце матча игра получилась такая более грубая. Почему? Просто соперник хотел выиграть и отобрать у вас очки? Может быть, скорее всего, ребята завелись, захотели хотя бы, пару очков забрать у нас. Видишь, не получилось. Спасибо.